Это выглядит как обычный магазин у обычной дороги, но дорога находится в самом сердце лондонской еврейской общины, а одежда, которая продается в этом недавно открытом магазине, пользуется популярностью у европейских неонацистов. Логотип марки Thor Steiner был запрещен в Германии в 2004 году из-за большого сходства с символикой СС. Тогда логотип изменили, но ассоциации с ультраправыми не исчезли. 2 года назад фирма открыла магазин в Германии под названием Breivik. Общественность обвинила ее в том, что он назван в честь массового убийцы ультраправых взглядов Андерса Брейвика. Появление этого магазина в Лондоне широко приветствовали на интернет-форуме белых националистов Stormfront, там же, где оставляли пренебрежительные комментарии о евреях. Это фашистский магазин, который продает одежду для фашистов в Германии и других странах Европы. Он является частью жесткого российского движения белых. Главный раввин Великобритании живет всего в нескольких домах от нового магазина. Недалеко отсюда находится и мечеть. Местные жители обеспокоены тем, что в этот магазин будут приходить сторонники ультраправых взглядов, и это вызовет напряженность в районе. Фашизм – это не модно. В 21 веке неонацизм в Финчли, районе, где проживает много евреев, это просто неприемлемо. В Лондоне не должно быть таких магазинов. Меня беспокоит, что этот магазин открылся здесь. Мы не хотим, чтобы он тут находился. Владелец магазина заявил, что просто продает одежду, популярную среди восточных европейцев, многие из которых живут в этом районе. По словам местного депутата, хотя магазину и не рады, его существование не нарушает законов. Но протестующие здесь люди говорят, что будут добиваться его закрытия. Полина Бойко, РТ, Лондон.